Неправильно будет говорить, что я не снимал давно влог с велосипеда. А на этот смартфон этого никогда не было. Но в общем-то да. А я как бы продвигаюсь. А снимать те места, да, то есть хотя бы побывать в тех местах, не то что и заснять. А если будет интересно, то заснять, да, где я как бы никогда не был, но они находятся при этом в этом лесу. Да, вот так вот. Как бы там я до пруда-то и все объездил, да, что можно. Но тут есть еще несколько таких дорожек, да, квартальных и интересных мест. Я насмотрел там, наверное, с карты. У Гугла нифига разрешения нету нормального, я там не вижу нихера. То есть не разглядеть ничего в этом лесу. А у Яндекса нормальная аэрофотосъемка есть. Вот, и поэтому можно заморочиться. Я насмотрел кое-что, да. И это тут добраться хоть как-нибудь. Вот. А там какие-то, да, заброшенные конюшни вроде есть. Из того, что известно, да, заброшенные какие-то дома, да, около этих конюшен. Вроде как. Уж там даже с карты такая разруха вообще жуть. Что еще есть там? Так, какой-то кафешечка, да, там. Музей там в лесу, в который вход платный. Он вообще в лесу находится, но вход в него платный. Около ручья есть какой-то мост вообще современный, надо посмотреть. По дороге, по которой никто не ходит практически, да? И там рядом какая-то хрень есть. Да, какая-то вот такая хрень, да, вы представляете? Какая-то штука цементная, не знаю, что это такое. Надо глянуть. Короче, надо глянуть и не выступать, да? Должна быть достаточно прикольная вещь, да? Наверное, не знаю. Может, там когда-то был, но не помню прям вот. Вот в упор не помню. Зимой туда, конечно, ездил, да, там какая-то поляна. Что-то на лыжах мы заморачивались. Но зимой холодно, и тебя ни до чего, да? Тебя всего замораживают, то есть вокруг все белое, да? А тебя замораживает, да, и ничего не хотелось, да? Что-то устал, замучился тогда, да? Хотел дома сидеть, PlayStation играть. А меня потащили в этот лес зимой, да, на лыжах было минус 21 градус. Нет, сам бы я сейчас, конечно, так прошелся тоже. Но в то время я не хотел, да? Там такой крэш-бэндикут был, да? Такой-то крэш-бэндикут играть, да? Еще можно, да? Чё там еще, да? Не, мало знаю хороших игр до сих пор, да? Крэш-бэндикут, да, там Спайра второй. Вот. Вот, было замечательно, то есть, играть, да? Не знаю, но школьные годы — это вообще грусть. Вот меня перекидывает на школьные годы. Они вообще какие-то грустные, невеселые. Меня прям убешивало все, что связано со школой. И не только меня, потому что Водонаева я посмотрел, да? Не Алена Водонаева из Дома 2, а которая Водонаев. Блогер. Блогер такой. Водонаев. Он говорит, что это, да, что школа пиздец, там нифига знания ненужные дают, которые не пригодятся вообще. Но при этом тебя туда, то есть школьные годы, институтские не могут быть лучшими, поскольку тебя запихивают просто в компанию, да, и в эту, да. И как бы друзья, да, друзья, никакие не друзья, они просто друзья, типа по несчастью, да. Сокурсники вот эти одноклассники, это все друзья по несчастью, поэтому они толпой ходят. А в реальной жизни все себя убирают по душе, да, и по всему, да, взрослый. И эти одноклассники и школьные годы — это такой параш, да. А по ним ностальгирует типа тот, кто далее ничего не добился или не достиг. Вот так вот. Такие вот там были рассуждения прямые, это самое, да. Там посмотрите потом, если сможете там глянуть, как-то там наберите. Я не знаю, как видео даже называлось, уже не помню. А он достаточно старое там,
Оно вниз, наверное, ушло. А что еще-то сказать? Ладно, короче, буду продвигаться. Я выключусь и включусь только если найду какое-либо интересное место. Потому что иначе базар тут можно заводить в стиле стрима сколько угодно. Вот так вот ехать, да? И всякую херню, да? Рассказывать, да? Как Водонаев, например, тот же Водонаев на плите, да? То есть не на плите, а у себя на кухне пожар устраивает, да? Как он в ванне там плавает, да? Как он шашлыки жарит на газовой плите. В кастрюле, да? Угли делает в кастрюле, жарит шашлыки. Ладно. Выключаюсь, включаюсь только из интересного места. А да, господа, я решил немного смандагрильничать, если можно так назваться, да? Я решил, что каждое интересное место будет записано отдельным видео. Просто в отдельном видео будет, чтобы... Не чтобы, а потому что в следующие дни я не смогу особо записывать, да, несколько дней. И так я растяну, не знаю, если три места интересных найду, на 3 дня как раз видео хватит. До какого там числа? До вечера 25-го-то точно. Вот. Вот такие вот дела. Сейчас будем... искать, короче, да, вот на перекрестке 4 дорог. Так. Ну нам туда, по самой мелкой. Нам сегодня всегда так, по самой мелкой узкой дороге.